Жители городского округа Люберцы сдают нормативы ГТО. Кто-то просто хочет проверить свои силы, а кому-то золотой значок поможет при поступлении в ВУЗ. Мы следили за тем, как проходили спортивные тестирования. 28, 29, 30, 31. Он учитель физкультуры, она ученица 11 класса. Уровень спортивной подготовки разный, но на площадке тестирования ГТО к участникам требования одинаковые. Сдаем прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Делаем 3 попытки, лучшее засчитывается. Анастасия Сиброва в следующем году будет поступать в ВУЗ. Сдача нормативов ГТО – это дополнительные баллы. Но самое главное, по словам девушки, спортивная самопроверка. Ежедневные тренировки и пробежки дали свой результат. Школьница с легкостью справилась со всеми испытаниями. Я занималась танцами спортивно-бальными в Искре. Потом я решила пойти в плавание. Начала плавать, хорошо все было. После моя любовь перешла в волейбол. Сейчас играю в любительской молодежной лиге. Вся спортивная семья у меня волейболисты. И как бы играют все, в волейбол играют. Дедушка у меня боксер, занимался тоже в ДК здесь, в Спартаке. Бабушка баскетбол играла, мама легкоатлетка, ну и папа футбол играл. Александр Гайворонский со спортом всю жизнь. Это видно невооруженным глазом. Подтягивание на турнике, прыжок в длину, бег на 3 километра, метание снаряда оказались ему нипочем. Отличные результаты зафиксированы. В моей жизни спорт занимает первое место. Вообще я занимаюсь волейболом уже порядка больше 10 лет. Кандидат мастера спорта. Решил проверить свои силы в ГТО. То есть я претендую на золотой значок, это получается 6-я ступень. У участников сегодняшних прекрасные результаты, они все сдали на золото. Ребята подготовленные, спортсмены. В октябре на них выйдет приказ, и они получат свой заслуженный знак. Движение ГТО стремительно набирает популярность. За первое полугодие к выполнению спортивных нормативов приступили более 300 жителей городского округа Люберцы. 180 человек разных возрастных категорий стали обладателями золотых знаков. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.